Нашествие ОС. Что такое исламский банкинг? VPN. Что мы о нем знаем? Наносенсор, который контролирует температуру в локальной области человеческого организма. Всем привет! В эфире Универньюз, а в студии Карина Саяхова. Каждый из нас привык к тому, что летом нас всюду сопровождают назойливые насекомые, от комаров до жуков. И если к сезонной атаке комаров мы уже привыкли, то к нашествию ОС жители городов оказались не готовы. Почему же они так активны, узнаем в следующем сюжете. В Татарстане и других регионах России наблюдается активность ОС. Если раньше эти полосатые насекомые преимущественно обитали в садовых участках или на пляже, то в 2023 году ОС стали атаковать мирных жителей как в центре города, так и на его окраинах. При этом насекомые появляются уже с апреля, а в начале мая могут залететь в дом не случайно, а в поисках места для обустройства гнезда. Однако в 2023 году их количество стало рекордным. Жители городов отмечают, что такой активности насекомых раньше не наблюдалось. Отметим, что большая часть пострадавших детям. Ну, что говорить об этом году? В принципе, да, ОС немножко больше, чем обычно, но я не скажу, что их очень много. Потому что были года, когда, в общем-то, каждая точка продажи арбузов, она из себя напоминала осиное гнездо. В этом году я, честно говоря, такого не наблюдаю. Да, ОС немножко больше, чем обычно. Видимо, это связано с, значит, теплым достаточно летом, то есть был, да, он, значит, без похолоданий особых, вот, особенно июль, когда вот начинает интенсивно разрастаться гнездо, то есть увеличивается количество ОС в этом гнезде. Увеличению популяции ОС явно поспособствовал нынешний жаркий август в Татарстане. В поисках пропитания жалящие насекомые роются не только над рыночным прилавком с грушами, персиками и арбузами, но и порхают по городским улицам и даже залетают в окна квартир на верхних этажах. В больницах уже потянулись жертвы осиных укусов, которые, кстати, гораздо болезненнее пчелиных и могут вызывать сильнейшую аллергическую реакцию. Дальнейшее развитие какое? Сейчас будет похолодание, появятся самки-основательницы, они как раз оплодотворенные уйдут на зимовку, а все остальное гнездо со всеми осами замерзнет и умрет. И уже к сентябрю месяцу их станет все меньше и меньше, и к концу сентября, как правило, мы уже осы видим единично. Для того, чтобы уберечь себя от нападения насекомого, специалисты советуют не пренебрегать следующими советами. Если на вас села оса, не пытайтесь ее спугнуть или убить. Это будет расценено насекомым как нападение. Защищаясь, оса выпустит жало. Лучше не шевелиться или совершить плавные движения, пока насекомое не улетит. В момент гибели насекомое испускает сигнал, призывающий сородичей к нападению. Не машите руками. Обнаружив осиный рой, не теряйте самообладание. Замрите и медленно удалитесь. Если ужалило, то, в принципе, как вот говорят, такой дедовский способ старый, вот это место, куда она ужалила, там красная точка, обычно там, как говорится, рекомендуют его там как так типа расковырять, и чтобы пошла кровь. Вот это, как бы ослабит дальнейшее распухание вот этого места. Вот, если же аллергический реакция, конечно, тоже надо обращаться к врачу, значит, если вдруг, допустим, сильная опухоль, вот, там могут прописать как раз необходимые препараты, вот, рекомендуют там больше жидкости пить, но это при, в общем-то, укусах многих видов животных, и в том числе и ОС. Напомним, что осы питаются сладким и поэтому часто садятся на еду и напитки. Могут даже залететь в коробку сока. Для человека очень опасно проглотить насекомое. Также у некоторых людей есть аллергия на осиный яд, что может привести к летальному исходу. Поэтому не теряйте бдительность, чтобы уберечь себя от неприятных последствий. Аделина Абдрахманова, Универньюз. Об исламском банкинге слышал наверняка каждый второй человек. Если говорить простыми словами, то такая практика – это банковские услуги, которые мусульмане могут использовать без опасений совершить грех по шариату. Как это работает, расскажем далее. Дагестан, Чечня, Башкортостан и Татарстан – четыре региона России, в которых со следующего года будет введен эксперимент по внедрению исламского банкинга. Он продлится 2 года. Территория его проведения и длительность могут быть увеличены правительством Российской Федерации по согласованию с Банком России. Законопроектом предполагается, что участники будут производить финансовые операции по законам шариата, которые запрещают брать и давать деньги под проценты, а также финансировать ряд видов бизнеса, например, производство свинины, торговлю табачной, алкогольной продукцией, оружием и боеприпасами, а также игорный бизнес. В исламском банке все по-другому. В исламском банке самый главный принцип – это справедливость. То есть, если ты
взял у банка деньги на развитие своего бизнеса, вы стали с банком партнеры, и что-то в вашем бизнесе пошло не так, не по вашей воле, не по вашей какой-то безграмотности, безделью, не по вашей ошибке, а вот просто такое стечение обстоятельств, то у исламского банка к вам не будет вопросов и претензий, и вы не будете платить штрафы, пени там и прочее. Минимальный размер капитала участника эксперимента, не являющегося кредитной или некредитной финансовой организацией во время проведения эксперимента, должен составлять с 1 января 2023 года 10 миллионов рублей. С 1 января 2024 года 25 миллионов рублей. При продлении эксперимента минимальные требования капитала повышаются. С 1 января 2025 года до 40 миллионов рублей. С 1 января 2026 года до 55 миллионов рублей. А с 1 января 2027 года до 70 миллионов рублей. Количество мусульманского населения в стране Российской Федерации и в мире становится с каждым днем все больше и больше. И поэтому потребителей этих услуг по исламскому банкингу с завтрашнего дня, уже их сегодня много, а с завтрашнего дня их будет еще больше. Потому что в каждой мусульманской семье в среднем по Российской Федерации 3 ребенка. Что касается внутреннего рынка, то принятие закона об эксперименте – только первый шаг. По словам экспертов, исламские кредитные продукты структурировать и продавать сложно, поскольку и регулирование, и даже налоговое законодательство заточены под традиционное процентное кредитование. Придется разобрать и принять целую иерархию законодательных и подзаконных актов. Самые главные трудности – это, естественно, закон, законодательство. То есть, если законодатель, Государственная Дума, потом Совет Федерации, потом президент Российской Федерации этот законопроект одобрит, он будет реализован в закон и будет подписан, то после этого трудностей уже не будет никаких, потому что народонаселение мусульманское, оно жаждет, оно ждет. Вот мусульманское население, мы не берем кредиты в банках вообще, мы не закредитованы. Закредитованность мусульманского населения в Российской Федерации ноль. Мы не берем кредитов, а нам они нужны. Нам нужны оборотные средства, мы должны развивать свои предприятия, свои компании. По словам главы Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова, законопроект, устанавливающий правила исламского банкинга, направлен на ведомственное согласование. Тема привлечения средств из азиатских и арабских стран также стоит на повестке. Их представители проявляют особое внимание к этому закону. Карина Саяхова, Александр Кузнецов, Универньюз. О самом популярном виртуальном помощнике в Российской Федерации расскажем в следующем сюжете. Обойти локальные ограничения, благодаря чему у российских пользователей появляется доступ к тем или иным сайтам, при этом сохранить свою конфиденциальность, возможно, с помощью VPN. VPN у нас официально разрешен, но не все сервисы VPN у нас разрешены, те, которые, скажем так, более-менее лояльны Роскомнадзору. В январе 2022 года VPN-сервисы в стране загрузили 2 миллиона раз, и Российская Федерация занимала 16 место в мире. Уже в июле страна вышла на второе место по скачиванию VPN. Если выбрать иностранный VPN, то местные запреты перестанут действовать и станут доступны заблокированные на территории его страны сайты. Отметим, что при активации приложения VPN риски сохраняются. Возможен взлом аккаунта, а также утечка данных. Но VPN-туннель – это связь вашего компьютера или вашего устройства с каким-то удаленным устройством для выхода в интернет. И потенциально, если у нас, ну, скажем так, не очень чистоплотные сервисы, они могут просматривать ваш трафик, видеть и знать, что вы передаете в интернет и что вы смотрите из интернета. Также на первом месте за последние полгода скачивания VPN была Индия. В пятерку входят Пакистан, Индонезия и США. По оценке экспертов, доля пользователей VPN в России может приближаться к 30%, что соответствует показателю Китая. Вероника Гимранова, Универньюз. Ученые Казанского федерального университета разработали наносенсоры, позволяющие контролировать температуру в локальной области человеческого организма. Где может быть полезно такое устройство, расскажем в следующем сюжете. Современные технологии позволяют считывать многие процессы, протекающие в окружающей среде, в том числе температуру. Однако современные термометры не могут обеспечить нужной точности, тем более в локальных областях. Так зародился проект научно-исследовательской лаборатории «Гибридные оптические сенсоры». Разработка ученых Казанского федерального университета основана на таком явлении, как люминесценция. Грубо говоря, какой-то конкретный цвет соответствует какой конкретной температуре. Единственное, что на глаз нам очень сложно определять цвет, мы можем только оценить. Поэтому у нас есть
приборная база, которая позволяет увидеть спектр люминесценции, измерить другие параметры люминесценции, так называемые кинетики затухания люминесценции, и уже анализировать их. В процессе работы ученые оценивают механизм работы вещества в основе наносенсоров под воздействием нагрева или охлаждения. Для этого они используют специальные лазерные установки. В идеале исследователи планируют найти вещество с максимальной чувствительностью. Одна из обнаруженных характеристик текущего образца – изменение свойств при разной температуре, то есть при сжимании в холоде и расширении в тепле. Сжимается еще образец, то есть ионы становятся ближе друг к другу, и, следовательно, их вероятность взаимодействия увеличивается, и это тоже влияет на чувствительность. Использовать наносенсоры можно в совершенно разных областях. К примеру, контролировать температуру транзистора, благодаря чему можно вовремя узнать о его выходе из строя. Или, если применить наносенсоры в медицине, измерять температуру клеток тела. Это может быть полезно при той же лечебной гипотермии. При использовании этого метода происходит нагрев раковой опухоли до 41 градуса. Наносенсоры позволят следить за температурой в данной области и контролировать ее. Мы, конечно, преследуем цель – это оптические температурные сенсоры, но в большей степени мы как раз-таки занимаемся фундаментальными исследованиями, то есть мы их характеризуем. В своих исследованиях ученые опираются на опыт коллег. Периодически они посещают научные конференции, где представляют промежуточные результаты работ. Маргарита Михайлова, Фарид Захитоглы, Универньюз. Сервисы, генерирующие текст, изображения, аудио и видеофайлы, выходят на новый уровень. Конечно, рядовые пользователи все еще балуются с Балабобой, Ленцией, FaceApp. Однако, возможности таких технологий начинают использовать и для реальных проектов. Вытеснит ли нейросеть человека и захватит ли этот мир? Все подробности в сюжете Маргариты Михайловой. За последние несколько лет среди интернет-пользователей возросла популярность нейросетей, сервисов, способных сгенерировать все, что угодно и отвечать на любые вопросы. Одними из самых известных стали Дели, Лензе, китайская нейросетка Different Dimension Me и FaceApp. В России одним из крупнейших сервисов являются Рудели от Сбер и Балабоба, взорвавшая Рунет в прошлом году. Есть картинки, на них есть кошки и собаки. Да? Получается, надо их различить. Вот, и, соответственно, как происходит работа нейронной сети? Мы подаем на вход много фотографий и говорим, какой ответ, прям сразу. То есть нейронная сеть осуществляет обучение. В чем обучение заключается? Она вот внутри своих вот этих вот нейронов меняет вот эти вот числа, просто чтобы ответ вычислялся заново. То есть это у нее алгоритм, как исправляться, чтобы выдавать правильный ответ. Да, то есть там нет какой-то сложной математики, там очень все достаточно просто. Если говорить про будущее и даже уже настоящее, то нейросеть может выступать хорошим помощником для художников, для цифрового художника. Потому что когда мы, например, начинаем делать иллюстрацию, мы опираемся на историю, на изображение, которое есть также в интернете, собираем аналоги и после этого начинаем свое творчество. Работы, созданные с помощью нейросети, уже ворвались в мир искусства. К примеру, в мир кинематографа. Совсем недавно в России сняли первый в мире дипфейк-сериал. Проект получил название «Пэм Джейсон». Лица реальных актеров заменили образы таких голливудских звезд, как Джейсон Стейтем, Киану Ривз, Марго Робби и Роберт Паттинсон. Помимо кинематографа, нейросети потихоньку начали проникать и в мир изобразительного искусства. Так, в Магаданской области были созданы онлайн-выставки. Нейроколыма объединила около 170 работ. На них изображены разные сферы жизни магаданцев. Но если нейросеть способна конкурировать с реальными специалистами, сможет ли она и вовсе их вытеснить? Я думаю, требования, в принципе, к таким профессиям возрастут. То есть нужно будет уметь немножко больше, чем могут нейросети. Нужно будет уметь, наверное, еще дополнительные какие-то навыки иметь. Я думаю, что определенные рабочие места люди потеряют гарантированно. Но сказать о том, что полностью целиком заменят, наверное, нет. Потому что это инструмент. То есть если не будет человека, то как бы, кто будет заносить эти запросы, кто будет регулировать, решать, какая картинку взять, вот эту картинку или вот эту картинку. Все равно нужен человек, который это регулирует. В настоящий момент в открытом доступе есть огромное количество сервисов, позволяющих сгенерировать тексты, изображения, аудио и видеофайлы. Пройдет несколько лет, и они станут неотъемлемой частью жизни. И лишь спустя десятилетия можно будет сказать, хорошо это или плохо. Маргарита Михайлова, Александр Кузнецов, Фарид Захитоглы, Универньюз.
На этом все. В студии была Карина Саяхова. Сюжет из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч!